И наконец-то я снимаю мою любимую рубрику. Это прочитанные книги, и как всегда их будет три. И они абсолютно разные, разные жанры, разные эмоции, разные оценки. Да и в разные абсолютно я время их читала. Некоторые уже давно, например, как Гэтсби, который упал. Некоторые относительно недавно, поэтому сейчас я вам все расскажу. Все свои эмоции по поводу прочитанного. Поэтому оставайтесь смотреть и заваривайте чек, потому что такие видео обычно у меня долгие. Хотя я стараюсь говорить кратко. Ну, начнем мы с книги «Часодеи», «Часовой ключ» первой части серии Натальи Щербы. Эта серия была, наверное, несколько лет, даже немного так времени назад, тому очень популярна, ее читали просто все, прочли все, кто даже не увлекается чтением, но все равно они ее прочитали. И я всегда во всех подборках лучшие книги там для подростков и фэнтези я видела эту серию, поэтому я решила все-таки купить первую часть и посмотреть, что же это такое, чем так люди восхищаются, потому что отзывов плохих я, можно сказать, не видела. Видела только один, а все остальные были просто волшебные, шикарные. И поэтому я не удержалась и купила эту книгу, потому что надо познакомиться с тем, чем все восхищаются. Что и мало того, эту серию сравнивают с Гарри Поттером, которые читала. Да, конечно, с Гарри Поттером это было слишком наивно это сравнивать. Слишком все равно у Гарри Поттера планка огроменная, поэтому мне кажется, никакая серия не переплюнет Гарри Поттера, но все равно и были и такие сравнения. Но эта серия тоже довольно-таки интересная, и давайте обо всем по порядку. В общем-то, в чем идет речь в целом во всей серии. Сюжет такой незамысловатый. Если подумать, все как обычно, все по канонам фэнтези. Есть девочка, которая у нас сиротка, да-да, все как обычно. И ей на начало серии 12 лет. И потом она будет расти с каждой книгой. И она попадает из обычного мира в часодейный, где люди управляют временем. Как бы у них вместо волшебства часодейство. Оказывается, что она владеет этим волшебством, и далее она будет бороться там со злом. И, ну, я особо не знаю, но любовные линии тут точно будут. И вот так получается вот такая вот серия. Вот я познакомилась с первой частью, готова вам о ней рассказать. Все начинается с того, что она знакомится с Василисой, главной героиней. Она живет со своей опекуншей в обычном городе, обычной жизни, у нее есть друг, у нее есть хобби, гимнастика, и, в общем-то, все идет хорошо, ей нравится ее жизнь, но тут внезапно приходит человек, который называется ее отцом, а Василиса всегда говорили, что ее родители погибли, и забирает ее к себе в большой особняк, очень. Он богато живет, у него есть прислуга, и кроме Василисы у него есть еще четверо детей: Норт младший, Дейла, Эрик и Наэль. И девочку сразу же не влюбили, и на ней стали издеваться. Да и отец как бы смотрел на это и ничего не имел против, и сам ее закрывал в всяких сараях, и то есть как бы любви никакой не было, и Василиса не понимала, зачем она им тогда нужна. И как-то раз ее отец собрал по что-то вроде вечеринки, на ней пришло много гостей, и там над Василисой, как всегда, начали издеваться ее братья и их друзья, и она побежала от них, и пока бежала, забрела в библиотеку, которую она заметила странную какую-то процессию, которая прошла сквозь стену, и, конечно же, она туда тоже полезла,
и узнала, что существует такой алый цветок, который нужен, чтобы загадать желание. Цветет он раз в 1000 лет, по-моему. И надо, чтобы ключники загадали все желания, чтобы временной промежуток между обычной землей и землей часодеев не уменьшался, так как он уменьшается, а если он уменьшится, то часодейный мир погибнет, так как земля обычных людей более сильная. Да, это все сложно разобраться, но это возможно. И она все это узнает, что дети должны будут проходить испытания, и самых лучших выберут на роль этих ключников. И, в общем-то, для этого Василисе нужна была ее отцу, то есть она должна была пройти это испытание с другими детьми, и оказалось, что у нее самая высокая степень владения волшебством этим. И, конечно же, этого никто не ожидал. И отец планировал передать все свое наследство и вообще роль ключника своему старшему сыну, но Василиса подправляет как бы планы. И от нее отец хочет избавиться и устраивает коварный план, чтобы через своего врага, который постоянно они враждовали, или убрать Василису со своего пути и заодно и врагам посадить за решетку. Ему это удается, но Василиса не сдается и находит друзей и проходит много испытаний, чтобы дойти до фей. А зачем они ей нужны? Чтобы они ей провели посвящение, так как она не может владеть волшебством, пока ее не посвятят, а отец этого, конечно же, не собирается делать. И после долгой дороги она все-таки доходит до этих фей, они ее посвящают, и она имеет шанс стать ключником, и у нее есть ключ, и она бежит к часовому кругу, где, в общем-то, все собираются и будут загадывать желания, в общем-то, это. И книга так и заканчивается, что они просто встают на этот круг и все. Книга заканчивается, то есть открытый конец, то есть следующая часть как бы связана. Но это как бы в стране сказок, там тоже как бы уже первая книга, там есть конец, а у остальных книг его как бы нет. И просто ты должен взять сразу следующую книгу. Но это я вам кратко, очень кратко рассказала. Там, конечно же, будет много препятствий, путешествий, как обычно, вот это все бывает. Друзья, недруги, первая любовь, конечно, это понятно было мне сразу, с кем идет автор нашу героиню. И, ну, это было сразу понятно. Я так понимаю, что в следующих частях это будет все отношения развиваться, так как здесь они только-только еще начинают. И что я хочу сказать, это мнение. В принципе, очень интересно мне было читать. Идея такая, если не считать таких канонных правил, что есть у нас какая-то несчастная ребенок, который попадает в другой мир, и оказывается, что он там чем-то владеет. Нет, если это все не считать, то, в общем-то, идея оригинальная и достаточно интересная. Еще мне понравилось, что тут очень тщательно прописан мир. Прям настолько тщательно, что иногда я запутываюсь, кто есть кто, что там, что происходит. И там очень много народов, и каждый народ там за свое что-то отвечает, у каждого свои какие-то особенности. И иногда мне даже приходилось читать в интернете, там, ну, знаете, люди там делают всякие фан-клубы, там все подробно. Я читала о каждом народе, потому что иногда я вообще не понимала, что это, чем они отличаются. То есть очень продумано это все. И также в книжке есть такая карта этого мира. И вот тут на каждой тоже интересно было ее рассматривать. И все
сопоставляет то, где герои находятся, кто там живет, что они делают, какие у них обязанности, там же также есть что-то вроде правительства и кто какие посты там занимает, и это тоже было интересно достаточно, и но сложно разобраться, и тем более здесь нас просто вот так вот кидают, как когда учат плавать, и бассейн кидают, и пусть идёт, пока он плывёт. И здесь также нас кидает сюжет, и мы барахтаемся в нем. И первая, наверное, страница 30 точно я вообще не понимала, что происходит. Но мне кажется, это классный ход. Именно и он в большей степени меня зацепил. И я хотела продолжать читать эту книгу, потому что мы разбирались как бы совсем вместе с нашей героиней, то есть она тоже ничего не знала, и мы потихоньку дозами получали эту картинку вот этого всего мира вместе с героиней. То есть мне этот ход потом уже понравился. Сначала мне было вообще ничего не понятно, потому что начинается история вообще, как бы казалось бы, с середины, но потом все встает на свои места, и картинка уже вот этого всего Серединного мира мне очень понравилась, что он очень-очень хорошо выстроен, то есть там не два там народа плохие, злые, а они, все, их очень много, и у каждого там свои горы, свои, как бы, отличительные особенности. Некоторые говорят, что здесь очень глупая главная героиня, что она совершает так, очень нелогичные, казалось бы, действия, да, и здесь такое есть. И иногда ты такой думаешь, ну зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Или, например, она тут, у нее эмоции очень разные. То есть сначала она боится по там каких-то зверей, там не помню, а потом она прыгает с колоссальной высоты. То есть вот это между этими двумя событиями прошла одна страница. Да, тут, конечно, такое есть, но подумайте, в каком фэнтези было хоть что-то логичный персонаж какой-то. Если бы они были логичные, то как бы сюжета бы не было такого фэнтезийного, и даже во всех фильмах все персонажи поступают иногда очень нелогично, поэтому ладно, это простить можно, потому что, ну, это особенность фэнтези-книг, то есть, чтобы сюжет развивался, герой должен постоянно искать себе какие-то проблемы, это уже базово, и мне кажется, если бы она поступала во многих случаях логично, это было бы скучно, неинтересно и так далее. Что я еще хотела сказать? Единственное, что тут еще не раскрыты в первой книге особо все персонажи. То есть я надеюсь, что они будут раскрыты в следующей части. Но все-таки, да, это тоже понятно, что они тут все не раскрыты. Потому что надо же как-то заинтересовать читателя, купить следующие части, тем более 6 частей, надо же в них о чем-то рассказывать. И если бы в этой книге, которая вот такой собственно рассказывает еще про всех героев, это будет достаточно долго, поэтому тут они показаны не особо так глубоко и еще не очень понятно, особенно второстепенные. То есть они показаны вообще с одной стороны, то есть если ты плохой, то ты плохой, если ты хороший, ты хороший. А вот такие более главные герои, они уже более так раскрыты. Ну, то есть интересная серия, по-моему. Ну, в общем, интересная серия, по-моему. Всем советую, я куплю вторую часть, потому что мне кажется, мне интересно, мне понравилось в целом. Если объективно оценивать, и когда я уже оцениваю, продумываю себя в голове оценку книги, то я поняла, что она очень-очень даже неплохая.
И вот эти все минусы, это такие маленькие нюансы, но которые фэнтези-книги присущи, и это понятно. Поэтому всем советую тоже познакомиться с этой серией. Следующая книга вообще не фэнтези, следующие книги вообще не будут фэнтези. Это Бетти Смит «Дерево растет в Бруклине». Эта книга мне тоже очень понравилась. И она оказалась очень интересной. Эта книга является классикой в Америке. Все потому, что, ну, как бы действие происходит в Америке. Очень интересно, именно как написана эта книга. Я еще такие книги не встречала. То здесь нет сюжета. Вот прям нет его. Вы не найдете ни кульминации, ни какого-то введения, не развитие событий, вы ничего здесь этого не найдете. То есть все вот эти вот ступени сюжета здесь их нет. Здесь нам просто рассказывается размеренная история, и мы плывем так, нет никаких скачков, мы так спокойненько плывем по сюжету. И мне это понравилось, хоть я и не особо люблю книги, где очень долго рассказывается про что-то одно, то есть мне больше нравится, когда сюжет развивается достаточно таком в быстром темпе, но эта книга мне понравилась. И, в общем-то, о чем она? Здесь рассказывается о Фрэнси и ее семье. Фрэнси на начало книги 14 лет, потом ей уже где-то 17. И она живет в достаточно бедной семье. У нее есть брат Нилли младший, но он ее младше на год. Мама Кэти и папа Джонни. Джонни, он хороший человек, но он работает поющим официантом, но большую часть денег он пропивает, и это его есть недостаток. Мама пытается прокормить семью и работает уборщицей. Конечно же, у ее обоих родителей нет никакого образования, но они пытаются содержать детей и давать им образование, и считают это главным в жизни. То есть они все равно хотят для детей лучшей жизни. И тут рассказывается, как они живут. В основном книга состоит из мыслей Фрэнсис, из каких-то мыслей других героев. Но большую часть книги мы смотрим именно глазами Фрэнсис. Тут нам рассказывается история знакомства и любви их родителей ее и всех родственников почти что. И здесь уже в книге, вот так как сюжета нет, то рассказывается о каждом почти персонаже. То есть мы имеем полную картинку его жизни и можем иметь представление, что это, кто это и что он тут делает. То есть даже такой герой, который потом в конце самой книги станет, появится, не буду говорить, с кем он станет, он тоже, мы его всю историю узнаем. И это мне понравилось, так как я люблю раскрытых героев. И интересно наблюдать за тем, как растет Фрэнсис, за ее проблемами, какие в детстве были, какие стали потом. И она очень любит размышлять о жизни, иногда она размышляет очень по-взрослому. Также она любит читать книги. Потом она станет, нет, хорошей работницей, когда вырастет, но она все равно захочет выучиться на какую-то более, ну, профессию. И у нее тут и будет и первая любовь, и взрослая жизнь, и мы за этим всем наблюдаем, и потери будет, и счастье. И это очень интересно, мило наблюдать. Но тут не все так радужно, конечно, будут и трагедии,
будут такие, ну, герои, то есть неоднозначные, вроде бы он как бы, например, ее папа, он вроде как плохой, не содержит семью, пропивает и все, но в то же время он любит, допустим, свою дочь, будем говорить только о Фрэнсе сейчас, уделяет ей больше внимания, чем мама, и мама вообще открытую не пытается скрыть от дочери то, что любит больше ее брата. И мне было так обидно в эти моменты, что, ну, вот по ней видно, что она больше заботится о мальчике, чем о девочке. И тем более потом нам рассказывается, что это было еще с самого рождения. И вообще меня по этому поводу очень бомбило. И хотя я читала потом отзывы других людей, все говорили, что Кэти хорошая, она хотя бы содержала детей. Но, блин, детям нужна забота и любовь в большей степени, чем какие-то именно чем уровень жизни. То есть, если ты живешь очень богато, у тебя все есть, но ты не чувствуешь заботы и любви, то ты будешь несчастен. И как бы вот и об этом книга, то, что они не мирились с тем социальным статусом, который им люди другие то и давали. И здесь были такие интересные ситуации, где они, допустим, мама разрешала Фрэнси выливать свой утренний кофе, и многие люди не понимали, зачем они это делают, ведь у них не так нет денег. И я сначала тоже думала, зачем. То есть, я мама говорила, что надо иногда ощущать такое чувство, что ты можешь что-то зря потратить. То есть ты имеешь на это право. То есть Фрэнси любила нюхать кофе, но пила, она его не пила. То есть они разные. И, в общем, интересная история. И если вы любите такое, то есть такие не торопясь. История о жизни какой-то семьи, о девочке, о ее мыслях, что эта книга для вас. И здесь вы посмеетесь, и, возможно, грустнете, и насладитесь чтением прямо для вечеров отлично. С чашечкой какао. Именно эта книга для этого. То есть вас не будет бросать из стороны в сторону по сюжету. То есть здесь нет, здесь такого нет, здесь есть спокойная, реальная жизнь, наполненная всеми красками. И тут именно показано, что несмотря как бы какой у тебя статус, ты можешь жить счастливо, несмотря ни на что. То есть не деньги делают тебя счастливым, а маленькие радостные моменты. И то, что из любой ситуации можно выйти. И любую ситуацию можно воспринимать по-разному. То есть это только зависит от вас, как вы воспринимаете ту или иную ситуацию. Так она и будет, как бы, такой и будет. И поэтому очень интересная книга, всем вам советую. И обязательно ее купите. Кстати, есть еще фильм на эту книгу, но я не смотрела, но он черно-белый. Но как-нибудь на досуге будет посмотреть. И последняя книга. Та-дам! Великий Гэтсби. Я ее прочитала очень давно. Но я не знаю, почему я о ней не рассказала. Потому что она не влезла в прошлое прочитанное, наверное. Но это просто любовь. Это просто любовь. У этой книги у меня было еще больше. У этой книги у меня еще было еще больше эмоций, чем у «Дерево растет в Бруклине». Я потом, когда закрыла последнюю страницу, я просто сидела и такая, что вообще произошло? Зачем так? Ну, не надо. Это было так больно. И это, наверное,
Первый раз было так, что я так сопереживала герою именно из книги. Обычно, да и даже фильм, когда я посмотрела, я все равно знала, что это будет, но я все равно надеялась, что все будет хорошо. Но хорошо, конечно же, не было. Поэтому давайте опять-таки обо всем по порядку. Здесь рассказывается о 20-х годах прошлого столетия, Америка, время легких денег, богатства, веселья и вот такого всего пафоса. И это очень все красиво тут описывается. Именно вот это здесь и тоже делает эту книгу уникальной. И здесь нас знакомят с героем Ником, который приезжает в Нью-Йорк, чтобы работать, но поселяется в таком как бы пригороде и в небольшом домике, чтобы ездить на работу в Нью-Йорк. И он ждет там спокойной, тихой жизни. Но не тут-то было. Рядом с ним сосед, некий Джей Гэтсби, один из самых богатых американцев того времени. И у него каждые выходные собирается весь Нью-Йорк на его вечеринках. И даже те люди, которые его не видели, даже многие считают, что его не существует. То есть непонятно, зачем он устраивает эти вечеринки. И Ник посещает одну из них по приглашению самого Гэтсби. Хотя никто вообще там не просит приглашения. И он не понимает, зачем это нужно, потому что много входит байк про Гэтсби, всяких странных и немыслимых историй, что он принц, то он убийца, то он еще кто-то. И всем, в общем-то, наплевать, кто он такой, если он вообще на самом деле. Но Нику хочется разобраться, кто же все-таки его сосед. Потом он с ним знакомится, узнает о нем много и понимает, что это такой человек очень образованный и который смог заработать собственным трудом деньги. Они дружат, живут, много проводят вместе времени. И потом он узнает, что Гэтсби, зачем ему нужны эти все вечеринки? То есть ему раскрывается вот эта вот тайна всех этих вечеринок, то, что это он из-за того, что у него всю свою осознанную, так скажем, жизнь терзает любовь, но, к сожалению, безответная. И он ждет, пока та девушка, которую он любит, откликнется, найдет его. И вот этот реальный герой, он вроде бы, как все его в этой книге обзывают, говорят, что он нечестно заработал деньги, он вообще такой плохой человек, но он единственный, кто вызывает вообще какую-то жалость, искреннюю жалость в книге, хотя многие тут пострадают. И когда он счастлив, ты тоже чувствуешь счастье. Вот этот прилив эмоций, и ты тоже радуешься за него, что у него наконец-то и он обрел то самое, что он всегда мечтал. И хоть ему и говорили, что нельзя вернуть прошлое, нельзя, но он как почти что дотянулся до своей заветной мечты, до своей цели всей жизни. У него, но его обрушили, его предали, его просто сломали, обрубили и выкинули как ненужную вещь. И это было просто очень больно. Я не буду рассказывать много о этом сюжете, потому что иначе будет неинтересно читать, но я читала просто в захват. Если первую одну треть книги, там все очень размеренно, рассказывает о жизни Ника, о его там родственниках немного, потому что они не будут иметь место в сюжете, то потом нас начинает, когда начинаются именно вот эти вот все вечеринки, богатство, Гэтсби влетает в сюжет, то все
сразу книга читается просто невероятно быстро и обидно, что она такая маленькая. Но я не раз буду возвращаться к этой истории, потому что это одна из моих любимых, вот, или даже могу сказать, что любимое классическое произведение, потому что еще ни разу у меня книга не вызывала таких ощущений, и, еще раз повторять, ни разу мне не было так искренне, ну, я так не переживала за героя, и мне не было так обидно. И именно после этой книги становится реально обидно то, что такие люди, они реально есть, вот, которые окружают The Gatsby. И смысл вообще книги то, что пока ты богат, пока ты можешь дать людям что-то, они будут вокруг тебя, но когда у тебя будет вообще ничего не будет, и ты будешь беспомощен, и, наоборот, тебе нужно будет протянуть руку помощи, тебя может окружить только лишь один, два или вообще никто из людей, то есть ты сразу станешь неинтересным, и они просто выбросят тебя из своей жизни, и не будешь жить, как ничего не бывало. И это очень обидно, поэтому, наверное, потом неделю после этой книги я взяла уже другую книгу, но все равно мои мысли были вот с ней, и тоже это такого, никогда такого у меня еще не было. Поэтому всем советую познакомиться с этой книгой, если вы еще не знакомы, обязательно к прочтению. И я, кстати, хочу что-то у другого Фицджеральда почитать, потому что мне понравился и слог его, и вообще все мне понравилось. Вот это все описания, это просто божественно было. Прям погружение в эту атмосферу. И реально, когда писатель может тебе вызвать столько эмоций, это очень, по-моему, хороший и великий писатель. Поэтому обязательно что-нибудь еще у него прочитаю. И я посмотрела фильм, фильм тоже очень классный. Многие говорят, что он даже лучше, чем книга, но я так бы не сказала, потому что книга все равно, как бы в крайнем случае они наравне, но книга чуть лучше, ну потому что это все-таки книга, и тут и в фильме изменили сюжет, ой, ну немножко сюжет, именно концовку, чем тут. И в концовке книги оказалось, нам раскрылся как бы Гэтсби, то есть мы развеяли все эти непонятные слухи о его, как казалось бы, непонятном происхождении, прошлом, преступности, нечестности, лживости и так далее. Тут все отбросил писатель и показал нам, что он был хорошим человеком, а в фильме нам это не показали. И то есть он так и остался непонятным, и непонятно, откуда у него все это богатство взялось. Вся его история почти что, ну, затменена, и вот важные, важная деталь, важная концовка не включена. И, ну, все равно меняется отношение к главному герою. Поэтому обязательно читать книгу стоит, потому что концовка все проясняет. И если вы сомневаетесь все равно в герое, то она все открывает. И это именно его более раскрыто, потому что там он не особо много о себе говорит, немного-много о себе рассказывает, а в конце нам уже более станет более ясно, что он реально хороший человек. И поэтому всем еще раз говорю про советую к прочтению. Сначала прочитайте книгу, потом, конечно же, посмотрите фильм. Ну, я не буду говорить, какой фильм смотреть, да. Мне кажется, все экранизации, которые были до самой последней, это был 2013 год, то там они просто уже забыты, оно, и все смотрят только тот первый, самый последний фильм, я смотрела последний фильм, поэтому тоже его посмотрите, потому что тоже классная, а там атмосфера передается. Но книгу прочитать стоит, и потому что немного по-другому
идет как бы смысл. То есть, если автор это учил, значит, это важно. И это действительно важно. Вот и все. На этом видео закончено. Если вы читали, что вы видели.